Образец у меня. Отлично. Первая, дуй к вертолету. Есть одна идейка. Первая, немедленно выполняй приказ. Помехи на линии. Теперь мы из дома все видеть будем. Вас засекли, быстро уходи. Саша, если выживешь, я тебя сам убью! Даша, что так рано-то? Суббота же. Сережа, просыпайся. Колонист Цветаев, начинается песчаная буря. Мам, в песчаную бурю никто не работает. Блин, мам, ну ты же испортила, меня опять переписывают. Мамуль, и джинсы. Лариса, таймер на 2 минуты. Сони, завтрак готов. Привет, солнышко. Мама, сделай мне омлет. А ты же сырничков просила. Но это было вчера. А у нас яйца закончились. Сбегаешь за яйцами? Мам, мне еще 2 ролика записывать. Тогда ты с собачкой гулять. Идет? Войдите. Курсант Академии внешней разведки Краснова. Курсант Шилкин. Садитесь. Вы рок-группу 70-х знаете? Так точно. Рок-группу 70-х изучали. Их не изучать. Их слушать надо. Поэтому здесь нас никто не услышит. В результате мощной утечки наша агентурная сеть была ликвидирована. А это значит… В отделе завелся крот. Правильно, Краснова. Поэтому я решил создать спецгруппу из вас, отличников разведшколы и еще пару опытных агентов, которым доверяю. Один долгое время работал за границей, у второго была модифицирована память. Другими словами, он… Ничего не помнит о работе в отделе, да? Верно. И это будет ваше первое задание. Поедете в Тулу и активируете его, произнеся вот эту фразу. Фуа-гра, кишлак, подагра. Кодовая фраза составлена генератором случайных слов. Друг! Друг! Не мог бы ты косить вон у той скамейки? Брат, ты мне 500 дал, чтобы я здесь косил. Хочешь, чтобы там? Ага. Здесь все по объекту. Не поверите, 20 лет назад так хранили секретную информацию. Домохозяйка, замужем, 2 детей. Ей же почти 40. Это лучший агент, с которым я когда-либо работал. Ты самое бесхребетное существо в мире. Ты инфузория-туфелька, а твоя семейка села тебе на шею и ножки свесила. А мне нравится, что я свою идеальную семью делаю еще и счастливой. Ну, тебя как зомбировали. Толк-то в этой счастливой семье, если ты в ней несчастная прислуга. Я не знал, что ты бегаешь. Я не бегаю. Я охочусь. В это время здесь такой интересный колобок катается. Привет. 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 Это он. Федя, это наш сантехник. Да ладно. Ой, здрасте. Здрасте. Извините, пожалуйста. Вы не могли бы свою собачку держать на привязи? Ну что вы, это же негуманно. Рэмбо у нас как член семьи. А. Гуляет где хочет. Если Мишенька почистит зубки, то рыцарь ночи подарит ему шоколад Антошка. Спасибо вам огромное, доктор. Да не за что. Знаете, если будет капризничать, вы звоните, не стесняйтесь. Ты все? Андрюш, там соседская собака снова на крыльце у нас нагадила. Это этих, что ли, у которых похоронный бизнес? Угу. Но они же специально забор ломают. Нет, все, хватит. Надо поговорить с этими Виноградовыми. Андрюша, Андрюша, не стоит с ними портить отношения. Ну, успокойся. Давай их лучше на чай пригласим. Я говорю, пирог испеку. Вкусненький. Ну, давай. Гуля! Тебе омлетик с чем? С сыром или ветчиной? Я уже расхотела. Лариса, рецепт пирога со взбитыми яйцами. Изысканный. Первый. Через 5 минут будем на месте. Принял. Это моя пицца. Ты же меня голодно оставила. А как же пирог? Сейчас Виноградовы к нам придут. Виноградовы? Мам, ты мне раньше об этом не могла сказать? Извините, калитка была открыта. Вот ваша пицца, с вас 490 рублей. О, сейчас. О, как раз лежит. Нет, спасибо, сдачи не надо. Политика фирмы – работаем без чаевых. Извините, только вот если бы в туалет. Да? Проводите меня? Конечно, пойдемте. Здесь вот. Фуа-гра, кишлак, подагра. Сережа! Вы потом просто дверь закройте и все. Сережа! Сереж, ты живой? Господи. Опять за свое! Я решил проблему ракетного топлива. Я его сделал из сахара и селитры. Она на Марсе под ногами валяется. Придурок. Неделю без гаджетов. Первое же задание провалила. Зато с монетой ты здорово придумала. Отличный звук дает. Будем готовы, когда они выйдут. Андрюша! Пришли! Ну что, попробуем с ним подружиться. Я открою. Так, теперь ты попадешь с меня, сотка промажешь тебя. О, здорово, сосед. Здорово. А? Мы тут потренировались немножко, нормально? Да, ничего. Блин, я же только забор покрасил. Здорово, здорово. А главное, удачно как? На белом заборе каждый выстрел же видно. А можно с вами, Андрюша, потренировать? Конечно, можно. Только мы на деньги тренируемся. Попадешь с меня, косарь, промажешь с тебя. 1000! Ну, давай. Есть! Есть! Да. Молодец. Ну, новичкам всегда приятно. Я вообще-то в ВДВ служил. Уважаю. Ну, чё, может, еще разок? Не. Я чё пришел-то? Чай вас позвать пить? Ну, чай пусть дети пьют. Держи. Я коньячок принес. Тренируйтесь. Я... Ну, ладно. Пойду за рюмками схожу. Меня тут недавно клиента привезли. Ему жена ужин приготовила, а хлеба купить забыла. Так он за хлебом попёрся, а по дороге под машину попал. Я это к чему? Никуда ходить не нужно, Андрюш. Из чашек попьем. Ну что, как не родной-то? Идем. Они когда-нибудь закончат? Ну. Да не денутся. Подождем еще немного. Между первой и второй, сам знаешь. Надеюсь, это сегодня случится. Ларис, я с него ржу вообще. Привет. Привет. Вечером все в силе? Ну да. О, попал. Улечка, ты куда? А чай? Отстань, мам. Ай, придурок! Спокойно, все под контролем. Платон! Да чё, пап, я случайно? Иди поешь. О. Платон! Там же, наверное, сливочное масло. О, мы такое не едим. Положи. Ладно, нам пора на турнир по пейнтболу. Вот. Что ж, спасибо. Все было очень вкусно, особенно коньяк. Парни, на выход. Мирон, подождите. Не могли бы вы следить за своей собакой? А то она к нам во двор бегает и гадит. А, ну так Рэмбо гуляет где хочет. А вы поставьте нормальный забор, и проблем не будет. Ну что, неужели мы с вами не можем договориться? Ну, как нормальные люди. Нормальные люди вообще-то дают отыграться. А мы не против? Ну, я вообще-то... Да нет, уже поздно. Нам пора ехать. Хотя, у нас одна семья снялась с турнира. Вы можете их заменить. И давайте так. Если мы победим, возвращайте косарь, и Рэмбо приходит к вам, когда захочет. Если вы... Я эту какашку съем. Мы согласны. Отлично. Адрес скину. Даш, ты с ума сошла? Ты даже в ВДВ служил. Санитаром, Даш, санитаром. Я когда стрелял, вообще в другую банку целился. Ты мне не говорил. Нужно на заправку заехать. Кажется, бензин заканчивается. Хоть бы мы на дороге застряли. второй раз я не облажаюсь. Извините, пожалуйста, а вы не поможете мне открыть лючок, чтобы не получается? Ой, ну вообще я не спец. Ну, как видите, я тоже. Получилось. Простите, я вас нигде не видела. Фуа-гра, кишлак, подагра. Что в мою машину третесь? Мам, мы опаздываем. Цветаева! Цветаева! Все только вас ждут! А где ваша форма? А у нас ее нет. Ясно. Попробуем что-нибудь подобрать. А почему флаг белый? Цветаева, за мной! Быстрее! Почему флаг-то белый? Не волнуйтесь, мы вас напоследок оставим. Классные костюмы. Она что, волосы хозяйственным мылом моет? Цветаева! Ваше место у полевой кухни. Команда, за мной. В турнире участвуют 6 семей. После гибели 4 команд в игре объявляется перерыв. 2 лучшие команды и 2 лучших из худших в полном составе выявляют сильнейшего. Всем понятно? Да. Все, тогда на поле. А вот и решение нашей проблемы. Дай мне сонную капсулу. Крис, остынь. Мы также наделали следов. Будешь потом отчитываться. Дай мне эту чертову капсулу. Проснется через 10 минут, подумает, голова закружилась. Главное рассредоточиться. А я буду прикрывать вас сзади за этим щитом. Ну, команда! Ёшкин-кошкин! Пап, ты как? Нормально. Кажись, только руку немного растянул. Может, врача позвать? Там это... Скорая? Вообще-то я сам врач. Стоматолог. Точно позоримся. Внимание! Начали! Так, сейчас. О, черт, не могу, рука. Так. Давай ты. Итак, помните, прячьтесь за укрытие и отстреливайтесь. Продержимся хотя бы какое-то время. Расходимся. Давай, Крис. Цветаева с белыми повязками, Даша без капитанской. Принято. Иду к Цветаеву. Фуа-гра, кишлак, подагра, сполохи, жмых. Есть! Есть! Убил! Фуа-гра! 4 семьи выбыли. Через 10 минут финал. Абрамовы, Карпуновы, Виноградовы и Цветаевы. ВДВ! ВДВ! ВА! Простейшее задание, а я трижды облажалась. Отличница, блин, подготовки. Внимание! 5 минут до финала! Да заткнись ты уже. Сама рапорт напишу. Погоди-ка с рапортом. Есть у меня одна идейка. Лучше по-английски уйти. Скажу, что на работу срочно вызвали. А форму же вернуть надо. Я больше позориться не буду, завтра отвезешь. Даш, давай ты за руль. Фуа-гра, кишлак, подагра, сполохи и жмых. Угу. Погодите, их же четверо. Жмых в запасе. Уткин, хотя бы снимите. Машины из пачки. Итак, в бой идут фуа-гра, кишлак, подагра, сполохи, жмых. Бегаете? Дырочку для Рэмбо в заборе не забудьте сделать. Мам, ты что зависла-то? Здесь машина. Нет. Вернемся и надерем им задницу. Сюда! Виноградовы добивают Абрамова и выходят 1 на 1 с Цветаевыми. Ну-ка, собрались! Цветаева занимает выжидательную позицию. Наш единственный шанс – это эффект неожиданности. Сейчас выбегаем из укрытия и стреляем во все, что движется. Готовы? И пошли! И это провал. Да ну! 3 игрока уничтожено. Ха-ха! Одна осталась! Интересно, кто? Выхали подагра! Может, она сама застрелится? Предлагала, как нормальные люди. Я вас 2 года на полигон возил. Оборудование на 10 купил. Вы каким-то Цветаевым проиграли, а? Пап, ну ты тоже проиграл. Платон!